Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, это снова симулятор ломбардиста. Прошлый раз мы купили себе ломбард, точнее мы его открыли, покатались по первым заданиям, покупали на аукционах гаражи, порубили бабки, короче говоря, много всего мы сделали в прошлой серии. Я, наверное, чуть-чуть спущусь, чтобы было все-таки что-то видно. Кроме того, мы продолжим, еще поиграем серийку, может быть, две. Потому что в таких играх обычно в самом начале самый сок, потом начинается рутина, и в конце концов... И вот и все. Поэтому, короче, мне написали в комментариях, раз, во-первых, то, что, оказывается, вот эта полка сама вроде как... Вот, антенна подходишь, нажимаешь, и она сама работает, сама все себе ставит, если что-то есть на складе, вот здесь хранилище. Спасибо, очень полезная подсказка. Не сарказм, кстати. А не сарказм, кстати говоря. Так вот, у нас, по-моему, прошлый раз приехали новые задания. Что это за звук? В урне? И где-то на крыше что-то у меня есть. Короче, все предметы, бочки, ящики, хренащики, все это говно, это нужно, короче говоря, разрубать, чтобы получать себе дополнительный лут, то, что нужно для... Да ты не кричи, а то сейчас я и тяну на дополнительный лут пущу. Все, что нужно для починки, мы вот здесь вот тоже все это дело применяем. Короче, подожди, много всякого говна, кстати говоря. Возможно, нам сейчас хватит, чтобы починить вот эту вот заправку. У нас появились новые задания. У нас появились там куда-то съездить. Плюс мы еще можем съездить в свой старый, самый первый красный, если я ничего не путаю, амбар. Там тоже можно что-то подобрать. Там приехал какой-то мужик. И нет. Нет. Ты что, изверг какой-то? Изверг какой-то, я тебя спрашиваю. Совсем с ума сошел, что ли? Куряку рубить нельзя. Куряк — это наш друг. Ой, как много. Ни хрена себе, с бочек, главное, с топливных мало падает, а с мусорных баков хуево гора. Не смейся, пожалуйста. А то ведь я, смотри, случайно, рандомно просто махну, и так получится, что я тут не виноват. И так получится, что я не виноват. Так это тоже можно рубить. А на чем, собственно, будет наш товарищ дядя Билл, дебил-то сидеть? У тебя это ломается все? Можно дядю Билла расхерачить? Дядя Билл, я твое кресло трогать не буду, не ссы. Ты можешь на меня положиться. Серьезно. Смотрит на меня. Придурочный. Так, ладно, убираю, давайте чинить дальше. Чиним мы чем? Чиним мы молотком. Поворачиваем. Где-то там была дырка. Вот так. Как это ломать-то? Хорошо. Отлично, предмет отремонтирован. То есть он у меня большой. Получается, мы его берем. Колониал. Можно положить его в хранилище прямо сейчас. И, кстати, проверить теорию насчет того, что на полке само все выставляется. Давайте так и сделаем, почему, собственно, нет. Чем я буду ее таскать, я ее положу в хранилище. Я иду сюда на большую вот это вот дело. Опа, хорош. Открываемся, продаемся и едем на следующее задание. Почему, собственно, нет. Я, кстати, когда смотрел запись прошлой серии, если что, опущу тоже, полоску было видно. Запись прошлой серии, там, оказывается, на аукционе, когда мы покупали сарай, там присутствовал некий нехороший человек. Еще раз сюда придет, я ему как уебу чем-нибудь. Который воришка, варьё, черт. Вот не этот, а который другой. Парень, так, нажмите. Да. А, действительно, бара-бара-бара. Жалко, что здесь нельзя нажимать этими, как его. Просто кнопками, мышкой. Нужно, приходится обязательно нажимать на эти, на циферки, на буковки. Окей. Здесь, кстати говоря, торговаться можно несколько раз, но я не буду, потому что, знаешь, в чем прикол? А торговаться есть смысл только на каких-то больших вещах, вот типа машин, ну, может быть, заправки вот этой вот колонки. На маленьких смысла торговаться совершенно никакого нет, потому что там какие-то копейки выторговываешь, и ты просто тратишь больше времени, чем получаешь какую-то действительно настоящую прибыль. Так, короче, ладно. Короче, ладно, давайте сначала мы сегодня сгоняем, знаете куда? Сгоняем мы сегодня... Так, чемпиона Бучит, у нас следующее задание. Давайте сгоняем в красный амбар, чтобы раздолбить там все, что можно раздолбить. Возможно, появится что-то по типу сюжета еще, потому что там появится какой-то мужик в шляпе. Возможно, что-то еще найдем. В прошлый раз мы там были без топора, без лопаты, без какой-либо хуйни, которая пригодится для того, чтобы раздолбить все, что здесь есть. Поэтому сейчас будем долбить, сейчас будем собирать, и все. И все будет нормально. Так, топор, топор. Ломбард, можно вернуться, ломбард. Окей. Так, подожди, я с этого что-то выпадает? Да, смотри, очень много припасов выпадает. Нам же сказали, что можно возвращаться в места, которые ты уже посетил, чтобы доделать или дособирать все, что там типа есть. Жалко, что это все автоматом. У меня не... Тихо. На транспорт, окей.
Жалко, что все это автоматом не дается, автоматом не кладется. Возможно, прокачается какой-нибудь. Так, это тоже туда. Ни хрена тут предметов осталось, смотри. Предметов целая куча осталось, которые можно продать. Полы, тут что только нету, серьезно. Так хочешь, где-то рядом Иисус ходит, что за звуки? Там где-то наверху что-то есть, или там можно как-то пролезть? В этой бочке явно что-то есть. В этой бочке 100% что-то есть. Здесь управление немножко перепутанное, знаешь, одни кнопки так нажимать, другие так. Я имею в виду, на одни кнопки одно действие, на другие другое. Короче, лучше бы сделали так, чтобы все одинаковые однотипные действия выполнялись на одну кнопку. А все неоднотипные на другую. Было бы замечательно. Я, кстати, 100 бачей уже практически на этом. 100 бачей уже налутал. Так это можно продать? Можно продать без проблем. Смотри, как много можно всего продавать. Как же много можно всего продать? Целые кучи, миллиарды лута. Миллиарды. Так, здесь тоже можно все поразбивать. Можно, типа, знаешь, отдельную кнопку сделать себе просто постоянно, какую-нибудь турбо-левая кнопка, чтобы просто нажимать. А где, кстати, мой фонарик? А, вот он, окей. А батарейка у него садится какая-нибудь, нет? Я же покупал себе фонарь, почему, собственно, мне им не попользоваться сейчас? Почему мне им не воспользоваться, серьезно? Я покупал, имею право пользоваться. Вот он горит, батареек вроде никаких нет, спичек. Чё, только ни хрена тут всего оставалось. Спички, говорю, батареек вроде никаких не горит, ничего не горит, все нормально. Ничего не тратится, значит, могу пользоваться бесконечно. Бесконечно и все. Это очень сильно пригодится, весь этот лут, потому что оказывается, что его не так много, как кажется. Мы вроде что-то чинили, а в итоге раз, и починки все кончилось. И все, и чинить больше осталось нечем. Опа. Плакаты какие-то забыл, серьезно? Чего, блядь, только не забывал? Чего только не позабывал, представляешь, чего только нету? Кучищи, миллиарды лута. Просто огромное количество его лежит. Опа, это тоже можно продать, ни хрена себе. Моток какой-то. Жалко, что, знаешь, возможно, будет можно попозже нанять себе какого-нибудь дополнительного сотрудника. Типа, знаешь, продавца. Ты берешь, нанимаешь продавца, сам просто едешь по выездам, собираешь всякий хлам, что-то еще. А в это время у тебя в магазине продавец, короче, сидит и продает все, что ты насобирал. Было бы неплохо, на самом деле. Было бы замечательно. Так, наверху у нас, по-моему, ничего нет. Наверху, вроде как, если что и было, то мы все собрали. Черепа тоже можно поломать, серьезно? Ой, это можно продать. Книжки, знания, хуя. Все это продается, представляешь, книжки продаются. Опа, супер. А из черепа что добывается, я не пойму. Ну, серьезно, что? Ну, алло, спасибо. Ух, сука. Запрыгали, хрен достанешь. Так, окей, там наверху. Наверху у нас, по-моему, ничего нет. Вот это тоже можно сломать. Это было в том гараже, который я купил. Там, оказывается, это все тоже можно было поломать. Так, ссаные матрасы не ломаются. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, там что-то было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то было на продажу только что? Конечно, на продажу. Естественно, на продажу, куда же еще? Это что такое? О, и что, бля. Столько всего. Ну, мне кажется, на пару сломанных вещей мне теперь точно хватит лута. Можно прям сломанные вещи пачками покупать. Пачками собирать, пачками привозить, пачками грузить. И пачками, соответственно, чинить. Все, остался один стол, едем отсюда. Остался один столик и валим совершенно быстро в следующую... Что такое? Продать! Бляха, я думал, надо раздолбить. Оказывается, можно продать, почему бы нет? Оказывается... Здесь музыка такая просто непонятная. Она одновременно и веселая, и пиздец какая забавная. Вот все одновременно в ней есть. Опа, мусор. Блин, на самом деле не так много налутал. Как бы я даже сотки, получается, не налутал, да? Даже соточки. Так, поехали. Лифт туда. Прикол в том, что... Блядь, золотую бумагу не нашел, серьезно? И предмет какой-то не нашел, серьезно? Подожди, а где? Ну, золотая бумага, она, я слышал. Скорее всего, это она сигналит вот здесь. А, так вот она. Подожди, тогда когда... да? Серьезно? Да ладно, нихуя. Это паркур. Это он, вот паркур, это он, вот так вот. Вот он, ебать, Dying Light 3, нахуй. Это она. И раз, хорош. Вот так-то! Вот так-то, Dying Light 3! Я тебе отвечаю, это она. Все, поехали. Да, yes. Эй! Вот так вот я скажу и поеду обратно туда. Мы не будем лутать досконально все, что можно полутать на одной и той же карте. Будем лутать более-менее ограничен. Так, все это выгружаем.
все это дядя Билл тащит. И все вот это можно будет потом спокойно поставить на прилавке. То есть мы берем, смотри-ка, раз, как это работает-то? Спокойно. Все, автоматом раз и загрузилось максимум все, что есть. Сюда, поехали. Хорош, сюда. Это что такое? Полку средних размеров, сюда. Нет ничего. Нет ничего. Серьезно? Опа. Еще одна большая полка. Так, и что там осталось? И что у нас тут осталось, где еще? А ничего и не осталось. Остался только пункт сборки. Окей, все, выходи отсюда, пожалуйста. Все, идем спать. Идем спать, и открываться мы, наверное, с утра не будем. Мы поедем сразу на разборки, потому что мы торговали в конце прошлой серии, торговали в начале... Зачем, блядь? Зачем это сделано? Я и мами. Так, ладненько. Давайте все-таки, наверное, мы поедем сразу, потому что задание нужно выполнять, деньги нужно зарабатывать. Амбарный центр. А куда нам нужно-то? Склад-мост? Подожди, склад-мост на продажу. Тихий лес. Не понял. А нам куда? Что неподалеку... мне тут напело, можно найти неподалеку от тихого леса. Все, окей, тихий лес, поехали. Тихий лес, поехали. Так, за 100 баксов купили бензин, поехали. Главное, чтобы были деньги на бензин. Остальное, в принципе, не важно. Если есть деньги на бензин или вдруг на аукцион, что еще лучше, то значит мы... Ты что, танк? Это танк был. Там мы через зону 53... Как там? 51, да? Зона 51 была. Мы через нее проскочили. Так, при этом... Жалко, что... Quiet Woods. Амбары близнецы. Окей. Так-то это хоррор. О, это полегче, малец. Должен сказать, это тебе не хохры-мохры. Ясно, дядь. Дядь Билл, ясно. Дядь Билл, ясно. Ясно, дядь Билл. Дядь Билл, я... Кто нахуй? Кто такие? Опа. Кто такие, я спрашиваю? Опа. Опа. А кто такие-то? Бомжи? Ты бомж или местный? Нихуя, ты кратый жених, что ли? Что с тобой случилось? Какой красивый стоит. Ты кто? А, это агент, агент! Что ты тут делаешь? Это место находится под защитой МБР. Окей, я вам покажу агента-агента. Я, конечно, понимаю, что это нельзя показывать, но... Что ты тут делаешь? Иди на... Да, агент, извини, я на работе. Я тебе тупо отвечаю на... Ебать, какой предмет! Красивый какой! Какой красивый предмет большой, ебать! Так, ладно, два амбара. Дядь Билл забрал. Два амбара, пол с паутиной. Ну, практически. Что-то как-то это... Крифовенько в этом лесу. Ну ладно. Нам нужно найти, получается, какую-то статуэтку кенгуру. Или что-то типа того. Собрать весь металл, собрать все железо. Выломать нахуй дверь. Что был сейчас за страшный звук? Ага. Собрать все, что можно собрать, естественно, разломать все, что можно разломать. Продать. Продать все, что можно продать. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Вот. Я ж тебе говорю. Я ж тебе говорю, что-то происходит, это страшно. Хоррор, сука. Хоррор, кругом хоррор, я тебе отвечаю. Так, это реально, конечно, как в этом, как в хаус-флиппере. Там был дом с привидениями, здесь тоже дом с привидениями. Только здесь не дом с привидениями, а целых целых два амбара с привидениями, и ключ лежит. И ключ лежит от чего-то, от второго амбара, скорее всего. Ключ от второго амбара 100%. Так, старый монитор. Я не знаю, может, какая-нибудь выпь или орь... Какая птица обитает такая страшная? Гараж-ключ, окей. Выпь, орь и гараж-ключ. Хорошо. Ключ от гаража. Где, собственно, сам гараж-то? Так, сначала... Бля, мне кажется, это какой-то зверь или птичка. Птицка какая-нибудь, 100%. Это что такое? Ебать, золотые вилы. Какие нахуй золотые вилы, вы о чем? Нужно найти источник звука этого. Кто гаркает-то? МБР ведь здесь не просто так.
МБРовец здесь явно не просто так. МБР здесь что-то мутит. Что, все, что ли? Да ладно, серьезно? Ничего нету? Я уже выучил, короче, горячие клавиши на свои инструменты. Ага. Так, это по кругу от... Ага. От этого амбара, от этого сарая по этому кругу. Все понял. Так, нихуя, что такое? Непонятное что-то. Две кучи мусора внезапно. Дерево. Так, ну это где-то здесь. А что такое? Ну туда я уж точно не доберусь. Это дядь Билл, смотри, тут нахуй как это творится. Как бы ладно я, но дядь Билл-то он старый, и он его сердечко схватит, и все, и конец. Все, приехали, все, до свидания. Ну первый амбар типа я облутал. Нашел. Почему мы не можем вот это вот улучшение в коллекции куда-то применить? Почему в нашем амбаре нет опции там... Чую здесь сильные аномальные волны. А это МБР, это типа люди в черном, да, которые? Man in Black? А, ну да, МБР. Нет, подожди, я МБР. МБР не так сокращается. Man брелок, человек брелок? Мне, знаешь, мне эта игра, конкретно сейчас, чем-то, я не знаю чем, возможно, какими-то ощущениями, возможно, чем-то таким, напоминает симулятор медведя, я не знаю. У меня от этой игры только какие-то, знаешь, положительные, даже не эмоции, какие-то положительные удивления. Типа, нихуя они так вот придумывают, что-то делают. Вот у меня в симуляторе медведя тоже было вот то же самое. Тоже все было так удивительно, так прикольно, так реально, ну, интересно и весело. Что это? А, это, подожди, это нужно что-то починить. Так, здесь что? А, ну это все! Бля, тебе там МБР стоит. О, первый. Это мой первый инопланетянин запаленный. Это мой первый запальный инопланетянин, я тебе отвечаю, это он. Настоящий, он бухал здесь пиво и танцевал голышом. Ну а чё, инопланетянин тоже человек. Чё бы ему, соответственно, и не потанцевать с голой жопой на закате? Вторая часть, вторая серия. Да, согласен. Одобряю, поддерживаю, все правильно. Бля, ебать трэш. Так, дорогое кресло, между прочим. Очень даже недешевое кресло. Очень хорошее, очень дорогое, очень недешевое, замечательное, потрясающее, прекрасное, охуительное кресло. Да, это она. Это прям она, да? Сидит. Нихуя. Мадам, нихуя вы. Какая сидит, смотри, блядь. Ибо такая умная, прям обосраться. Слушайте. Ох, жить разработчики, блядь, куда они себя только не засовывали. Мне кажется, знаешь, вот когда-то давным-давно у разработчиков появился прикол с пасхалками. То есть они как можно тщательнее там их прячут, делают как можно интереснее пасхалки. Мне кажется, разработчикам нужен новый этот тренд. Тренд новый, в котором они будут... Ёбана. В котором они будут как можно глубже, как можно неуместнее, как можно жестче, как можно веселее засовывать себя, вот свои фотографии, свое вот это вот во все игры подряд. Вот это был прям вообще пиздец. Разрисованные какие-то, незаметные. Это же прикольно. Я бы на их месте давно бы этой хуйней занялся. Какой-нибудь, знаешь, там, конкурс, типа, на лучшую, там, самую жесткую прятку разработчика от всего. Так, подожди, а кенгуру до сих пор не нашел? А чё, рога не продаются? Да я не понял, а где кенгура-то?
Так, в смысле? Там есть второй этаж, там вон что-то есть. А, я уже нашел. Как где я это нашел? Это вот для того, чтобы мост этот опустить. Так, как это делается-то? Puzzle Object. Ну, блядь, а как он меняется-то? Е, Q, 1, 2. Правой кнопкой. Нажмите, что... Мне кажется, как надо переключить. Потому что вот этот моток у меня как бы... Может, это не он? А, вот сюда. А, и диск еще найти, ну вот. Не туда просто совал. А что за диск? Как он выглядит? Может быть, я его где-то в первом сарае и не пропустил? Но он явно должен, наверное, быть где-то на весьма видном месте. Бля, я видел там чувака, отвечаю. Mm-hmm. Ну, чуешь ты здесь аномальные волны, но ты уже все прочуял, если честно. Ты все прочуял. Аномальные волны уже от тебя ушли. Так, ладно, какой-то непонятный диск. Они, знаешь, эти предметы не подсвечиваются, они как не выделяются. И их, типа, не так-то просто и обнаружить. Как он может выглядеть? Что-то круглое. О, опять страх. Опять страх пошел. Что-то круглое, что не разбивается. И что-то круглое, что где-то находится. Ну, бляха, здесь такого нет. А, здрасте. А я тебя-то и не заметил. Нихуя. Прикол, целое место пропало. Целый кусок. О. Сейчас, значит, найду. Хе-хе, череп какой-то. Что за Скайрим, бляха? Так, а страница комикса... Так, подожди, а где же она? Где этот кусочек кероты-то? О. О! Так, ну это мне не нужно. Я не подобрал ее? Ну, блин, если диску где-то и быть, то, наверное, в гараже. Так, ну-ка, подожди, может, подобрал? Бляха, поиск предметов — это не очень, не очень хорошее занятие в таком месте. Их как бы реально не очень сильно видно. Но у меня пропала внизу эта плашка. Возможно, я типа все предметы собрал, поэтому плашка и пропала, чтобы меня не напрягать. Он лежал в этом. В ящике. В хранилище. Вот он лежит. Он лежит в ящике хранилища. Кроме этого, здесь есть весьма неприятный момент. Поэтому, если ты сейчас ешь, если ты сейчас пьешь, если ты очень странно относишься к пердяще-звенящим звукам, то, пожалуйста, заткни уши. Я тебе покажу вот так потом, и ты сможешь их открыть. Иначе все. Все, закрывай уши. А я предупреждал. А я, собственно, преду... Правильно? Редил. Я тебя предупредил. Я тебя предупреждал, я тебе сказал. Закрой уши, если не относишься к этому мерзотно. Собственно, эта мерзотность, она только что произошла. Произошла мерзотность только что. Я нашел диск, и мы, соответственно, открываем себе что-то это. Это лестница на крышу, я так понимаю. Так, диск пошел. Ну да, это лестница на крышу. Лестница на крышу, я пошел. И я... Это очень сложно было сюда попасть. Но я смог. Это очень сложно, но я смог опять-таки. Так, а что такое? Продаять. Продаять — это забрать, это пола... Бляха, я думал, паук какой-то огромный сидит. Так, это то, что нам нужно, соответственно. Это буч. Буч забрать. Это все сломать. Это, соответственно, тоже. Так, а по предметам, собственно... Все не так гладко, как мне хотелось бы, потому что предметы мы нашли еще не все, судя по всему. Потому что написано, осталось предметов, но каких предметов? Я не понимаю так-то. Ой, как же весело вот это вот, а все. Вот эти вот звуки. А какие предметы, я не знаю. Я ходил здесь по лесам, пока искал этот диск. Ну тут типа что-то валяется, какие-то мусорные пакеты и прочие херобора. Но ее не видно в этих кустах. Возможно, здесь где-то и есть, я не исключаю такой возможности. Может быть, два агента — это тоже предметы и приборы. Ну да ладно, мы выполнили основную часть. Мы забрали главный предмет. Мы, собственно, возвращаемся назад.
под орущие звуки непонятно чего. Да, идти. Значит, предметы. Два предмета. Возможно, два мусорных мешка. Все самое важное я собрал. Искомый собрал, золотую бумагу собрал, коллекционный предмет собрал. Красава, я да. Красава, я да, это да. Так, ладно. Мы сейчас, в принципе, можем сгонять еще на один аукцион, а можем просто быстренько распродать все свои вещи и особо не париться этой хуйней. Можем их просто распродать и без торгования. То есть мы, по идее, в любом случае деньги-то навариваем. А торговаться лишний раз, ну это реально, ты просто тратишь время и, по сути, зарабатываешь какие-то там копейки. В общем количестве предметов и общим наваром, который можем наварить на этой торговле, мне кажется, оно того не стоит совершенно. Давайте просто быстренько сейчас распродадим свои предметы. Все, что можно продать, распродать. Опа. Все, окей, продается все, что можно продать. Так, значит, мы Via Open, заебопин. Так, дальше. Нам еще нужно сделать станцию сборки. Пойдем почитаем компьютер свой, чтобы там понять, что там написано. Фостер Чемпионат Буч, это, во-первых, запаковать и отправить. Окей. И получить новое письмо еще сейчас уже. Йоу, помнишь эту просветленную дамочку Мэри? Она исчезла, и после этого ее дом несколько лет пустовал. А теперь им владеет Мико. Если тебе удастся выиграть на этих торгах, продашь мне старые часы. Если вообще сможешь их откопать, конечно. Спасибо. Кстати, купи себе отмычек, это так. Хочу помочь, конец связи. Окей, спасибо. Отмычки мы, соответственно, закупим. Где покупатель? Покупатель где? Покупатель должен все вот это продать у меня, все это купить, деньги мне себе забрать. Где покупатель? Покупать? Есть первый, окей. Так, все, поехали. Классная лавочка. Ну, опять-таки, все, что сверху нарисовано, ты видел, поэтому я не буду опять подниматься, потому что здесь гораздо интереснее информация, которая находится на уровне агента. Типа их лица, все вот эти вот диалоги. Все, что сверху, это не так интересно. Че тебе, блядь, надо от меня? Не видел ничего подозрительного? Нет, не видел. Я же тебе сказал, люди появляются странно, блядь. Инопланетянин вчера видел. Курица огромная меня чуть не съела. Что тебе еще от меня нужно? Иди отсюда. Не мешай работать. Не мешай торговле, пожалуйста. Ты не видишь, я занят. Так, взять улучшательную пушку. Может быть, полки сразу поставить? Где у меня улучшательная пушка-то? На четверочке. Так, ну-ка, спокойно. Забирай. Все, забирай. Я реально... Смотри, сколько времени экономим. Времени экономим просто до хера. Окей, это все улучшаем. Это все делаем. Это что? О, еще один стеллаж. Окей. Еще один стеллаж. И все, деньги закончились. Отлично. Так, есть. Смотри, главное, что мы продажу все. Как много есть всего. Че по покупателям покупать? Ага, здорово. Пирам-пам-пам, забирай, да. Смотри, как быстро. Никакой мозгоебли нет. Просто приходит человек, просто раз-два. Забираешь, все, отлично, забирай. Она же не успевает ничего с этого сообразить. Она уже все купила. Бляха, как же... Спасибо, кто написал про комментарий? Просто можно поставить на... Ай, блядь, сидит ибо. Так, а может что-то надо починить? По-моему, что-то можно было починить. Да, вот починить предмет. Вот починить. Два предмета нужно починить. Возможно, там можно также просто нажать на кнопочку, оно само туда добавится. Почему, собственно, нет? Ну что там, где покупатели-то все? Давай попробуем. Пойдемте просто попробуем сюда нажать. Не, нужно нести. Бляха, нужно нести, это печально. Опа. У, сука. Здравствуйте, забирай. Смотри, я нажимаю, короче, кнопку и сразу нажимаю продать. Экономлю кучу-тучу времени. Просто огроменную кучу-тучу времени. Так, забираем, значит, стул на ремонт. Это наш классный, аристократичный какой-то стул. Вот этот старый, ой, какой-то. Очень дорогой стул, 100%. Куда ты, блин? Я сразу чинить несу, какая разница? Это очень дорогой стул. Так, где? Где тебя починить? Куда? Ага. Есть такое дело. Хорошо. Примет оториентирован. За мной. За мной, примет! Сразу его продам. На продажу сразу поставлю. Не, ну так дела, конечно, идут гораздо быстрее. Так, здравствуйте, забирай. Ага. Здравствуй, забирай. Здравствуй, говорю, забирай. Все, отлично. Так, дела идут гораздо быстрее, серьезно. Вот это торговательство, это оно просто замедляет очень сильный процесс. Так, непонятный какой-то... А, это печка. Какой-то камин непонятный, что-то такое старое, что согревает, разгревает, прогревает. Что-то такое, 100%. Так, окей, поехали. Все. Алло. Ну где, блин? Сейчас подойду. Че, еще не все? Сколько предметов надо обосраться? Так, сюда идешь. Главное, короче, когда появляется вор, слышно звук. Поэтому мы не просремся. Серьезно, что ли? Ага. Бляха, потерял покупателя, серьезно. Посылу, да, иди отсюда. То есть покупатели все-таки могут этого, как его,
могут убегать, если я вовремя к ним не подхожу. Это плохо. Это плохо, то есть я могу реально не успевать. Что там за письмо от меня пришло? Еще одна почта. Так мы же согласились, ты что? Прекрати. Мы же согласились. Где покупатели? Что покупателям? Еще покупайте, продавайте. Где вы? Ага, друг. Забирай. Ты видал, как быстро? Просто, блядь, в разы. Раз, два, все. А денег уже, заметь, уже 2000. Уже 2000. Но в этой торговле я реально, я смысла в ней не вижу. Короче, у меня еще справа здесь, смотри, под долларами написано, сколько у меня всего есть. То есть у меня нет ни одного бензина. У меня 21 шестеренка, 125 досок и 73 веревки. Пока на ремонт хватит очень много. Мы, кстати, прямо сейчас... Ага, где? Мы прямо сейчас можем себе уже купить вот эту вот херобору. Ага, по сборке. Для создания новых предметов совмещайте уже имеющиеся. Ищите иконки пазлов, они вам пригодятся. Чтобы собрать предмет, нажмите среднюю кнопку на станции. Окей. Так, то есть мне сюда нужно принести все, что касается... А я могу? Переместите станции или бросите вручную. Так, подожди-ка, можно переместить станции, написано. Главное, подожди, переместить можно, а почему-то ничего не перемещается. А почему не перемещается? У меня же это точно есть все. Я нажимаю... Нажмите, чтобы собрать предметы с частей. Ха, не получается. Ну, типа, по одному что сюда таскать? Как бы, ладно, я понял прикол. Сука, в поддых. Будешь знать. Так, это тебе, забирай. Забирай, нормально торгуем. Сейчас все продадим, потом притащим. Так, смотри-ка, я беру вот это вот. Беру вот это, поехали. Блин, я не хочу это сам таскать, это печально все смотрится. Причем надо было вот здесь как бы проломить себе проход, чтобы было проще. Ну-ка. А, подожди. А, может быть... Ямаха. Может быть, это что-то нужно переключать, я не то просто тыкаю. Так, забирай, мать, все, это неинтересно. А, может быть, что-то нужно вот... Какой... Адский дождь, чего? Станция сборки луч смерти. Так подожди, вот от этого, вот колесо, пожалуйста, или что-то с ним не так. И что? Я вообще сейчас ничего не нажимал, само прилетело. Ну, давайте еще разочек попробуем. Блин, ну второе колесо. У него колеса спереди и сзади одинаковые, правильно я понимаю? Я просто в этих мотоциклах не очень. Ну-ка. Блять, сам. Может, нужно наводить на определенную часть? Это я не понимаю. Так, ебаный стул меня напрягает, он постоянно мешается. Мне кажется, что-то я неправильно делал. Ладно, давайте не будем ебать мозги. Просто перетаскаем все, что есть. И уже, соответственно, потом, может быть, в комментариях кто-то напишет, что я делаю не так. Потому что написали же мне вот по поводу того, что нужно собирать именно прям на полке на самой. Может быть, и поэтому напишут, почему, собственно, и нет. Ну, знаешь что, торговать как бы уже стало неинтересно, потому что торговать мы уже поняли как. Торгуем мы очень быстро, торгуем мы очень правильно, торгуем мы очень хорошо, без вот этих торгов всяких. Забирай. Забирай, мне не жалко, мать, серьезно. Мне не жалко абсолютно, просто забери и езжай. Мы на ровном месте кучу денег уже подняли. Все, собран, что ли? Ну-ка. Готово. Готово и на продажу сюда. Большой. А, в смысле, мотоцикл Yamaha за 600. Его сюда надо поставить? Серьезно? Он сюда не влазит. Но он слишком большой, алло. Сюда же, наверное, нужно. Слот для машин. Но он не пролазит у меня в этот, в магазин. Никак не проходит. Или проходит. Ха! Проходит, серьезно? Вот с ним можно поторговаться. Вот с ним даже вполне. Он стоит 600. За 600 я его, конечно же, не отдам ни в коем случае. Что это, блядь, за 600? Ни хрена себе за 600. Не 600, а 1000 минимум. Сейчас будем сильно упорно торговаться. Сейчас придет покупатель какой-нибудь, я им продам. Так, мы все продали, кстати говоря. У нас ничего абсолютно не осталось. Мы все продали. Абсолютно все. Кстати, сейчас нужно посмотреть. Опа, здорово. О, ну с тобой-то мы поторгуемся, конечно. Да, блядь, зачем? Я не то нажал. Так, ладно. Построй и настрой свой дом. Наконец мы сможем улучшать дом, судя по всему. А почему купить нельзя?
Топор Мика, супер, шанс обнаружить металл обрезки древесины. Это я куплю. Лопата Мика, отмычка Мика. Давайте отмычки все прокачаем себе и... А лопату пока брать не буду. Нет, лопату... Я не знаю, почему вот это нельзя построить. Может быть, я ее уже купил. Может быть, уже можно. Later, подожди, story week loss, это в смысле? Ты че? Опен, говорю. Опен. Так, улучшательная пушка. Ее можно улучшить? Зачем? А, она типа будет серьезнее смотреться, что ли? Только поэтому, и все? Стены типа улучшать нельзя, полки можно. Так, ладно, я пока полки... Вот эту еще прокачаю полку. Ага. Так, спокойно убрали топор. Вот с тобой. 600. Нет, давай торговаться. Ага. Плюс 60. Еще торговаться. Еще плюс 150. Хорош, вот. 810 по итогу, нихуя. Ага, я 30% накинул. 30% накинул. Все, окей. Теперь все, теперь поехали разбираться. Так, что, парень, парень, все нормально. Поехали в амбарный центр, в какой-то там себе дом. Дом какой-то Мэри. Вот, тетушка Мэри, 2500 плюс. Аукцион за 2500 плюс? Эй, у меня столько нету. У меня 1230 только, ты че? Подожди, а может быть склад моста еще можно что-то продать там или что-то сделать, нет? Здесь я, по-моему, все нарубил. А мне больше негде, если честно, деньги-то получать. Подожди-ка, секунду. Ну, 2500 у меня нет. Бляха, надо было посмотреть, что 2500-то стоит. Ну, иди же, посмотри, а где я столько возьму? А может, дядь Билл накинет? Может, дядя Билл накинет мне деньжат, или, может быть, там еще один аукцион сейчас будет? Предмет можно поставить с помощью других предметов. Чего? Куда поставить? Зачем это ставить? Так, ну продажи больше никакой нет здесь. Да, я понял, да. Ну, в принципе, можно вот здесь что-то разобрать. Но как бы здесь разбирать-то особо нечего. Это что такое? Ой, еще что-то. Ну да, я же здесь, в принципе, особо-то не знал, когда шатался. Теперь, может быть, я еще что-то заработать смогу. Блин, это обидно. Это обидно, что здесь больше ничего не осталось особо-то. Остался только мусор, который можно разобрать. И вот это вот отверстие, я не понимаю, для чего. Бляха, супер топор, смотри, что делает. Супер топор прям делает по красоте. Он прям супер разрубает. На то он, собственно, супер топор. А здесь мы все собрали, окей. Ну, а здесь больше ничего нет. Так, это открыть. Все эти предохранители я вставил. Окей. Так, это можно продать. Это тоже можно продать. Это сломать. Это открыть, там ничего нет. Это все забрали. Мусор, херусор. Так, тоже продать. Сломать. Ну, блин, супер. Тут кого-то убили. Чего? Что за херня? Тут кого-то, походу, дело это заделали. Так, это продать. Откуда здесь все это появилось? Здесь же этого не было. А холодильник? Ну, блин, это максимум, что я могу сделать сейчас. Больше я реально ничего не могу сделать. Вроде как все, что можно было, я собрал. Все отдал. Остается только продавать и зарабатывать бабченские, и все. Блин, а вот это нехорошо. Это нехорошо, это плохо. Это вообще нехорошо. Можно, конечно, еще баки поломать. Но опять-таки, с них ничего не дают. С них только запчасти. А запчастей у меня хватает. Запчастей у меня навалом. О, значок можно сломать. А больше реально, смотри, больше ничего не продают совершенно. Здесь я все подобрал. Здесь что было, все собрал. Ладно, поехали назад. Блять, а можно что-то продать из того, что у меня уже есть? Тележку? Неплохо. Типа, ну сами не взяли, зря. Я вам предлагал, берите, они не взяли. Здесь все. Здесь тоже все. Давай, пивка хлопнем, чел. Да какой пивко-то, видишь, я на работе. Иди, твою мать. Я на работе, алло, какой пивко-то. Так, а предмет какой-то, один предмет не нашел. Секунду. А какой один предмет я мог не найти? Ну, явно это недорогой предмет, потому что если бы он был дорогой, я бы, наверное, его заметил. Он был, наверное, большой какой-нибудь.
А я здесь ничего такого большого-то и не видел. Это не работает. Здесь мы все собрали. Это не то. Картинка тоже не сюда. Ой, да короче. Подожди, а что делать? Смотри, что делать, если у меня нет денег, и я не могу участвовать в торгах, в которых мне нужно участвовать? Я же не смогу деньги на ровном месте это взять, получается. Нет, не смогу. И где мне их тогда брать? Где мне тогда брать деньги? Скажите, пожалуйста, где мне брать деньги? В этом же нет смысла. Просто так из воздуха нурлить бобсков я не смогу. А ходить постоянно по старым местам и что-то там, вот из таких вот обрубков, каких-то объёбков находить, ну, это неправильно. Хотя, если они будут там постоянно появляться, то, собственно, как бы накопить-то можно без проблем. Но вопрос другой, будут ли они появляться. Не факт же, что они будут появляться. Так, а сколько ты стоишь-то? 100? 100? 30, 45, 45? 150? Ну, я как бы все равно не набираю положенных денег. Ну, давайте, ладно. Давайте, ладно, ладно, давайте, а давайте, а что нет? Посмотрим еще раз этот прекрасный, потрясающий сон. Как дядя Билл и его друг... Сальник. Друг Сальник спят. Аккуратно, все, им нравится. Так, еще какой-то мусор. Еще какой-то разработчик. Кресло это все. Ну, кресло я ломать не буду. Это все можно поломать, судя по всему. О, бензин, блядь. А, это не бензин, турн. Ну, хоть какие-то деньги, уже хорошо. Хоть какие-то копейки. Так, ладно, открываемся. Открываемся. А у нас-то еще что-то. Что-то же еще можно собрать. Фишки. Приставка. Штатив. Блин, там был какой-то штатив с камерой, по-моему, но мы это собрать не сможем ни в коем случае. Давайте продадим, что есть. Так, ну-ка нахуй. Это тебе. Бляха, если бы я торговался, это, конечно, было бы в 2-3 раза дольше, но, возможно, у меня бы хватило денег. Так, что осталось еще? Тележка и мотки с каким-то говном. Бляха, ну я даже не понимаю. Я даже не понимаю, где еще взять бабченских. Где взять денежку? Денежку, где еще взять-то? Чуть-чуть, совсем маленечко. Мне же нужно, наверное, 200, там, 300. Может быть, реально дядя Билл даст? Где ты там? Да опять ты что? А, я думал, это агент. Это не агент. 1517. Не агент, реагент. Так, купить полку средних размеров. Вот это мне не надо. Это у меня очень много уже всех полок этих. Вот эта полка даже, наверное, перебор, если честно. Плюс репленниш. А, репленниш в смысле поставить. Пленниш? Пленниш это поставить? Чего? Это неправильно. Опа! Забирай. Ну, сейчас торговаться, опять-таки, смысла нет. Мы в любом случае не наторгуем себе 2000. Ну-ка посмотрим. Ну-ка посмотрим. Может быть, где-то можно взять какие-нибудь... Что это? Какие-то письма. Билет на фильм. Это спам, что ли, какой-то? Наверное, спам. Не, ну мы можем, конечно, доехать, посмотреть просто, что там происходит. Может, реально дядя Билл мне денег даст. Я же, наверное, дяде Биллу-то отстегиваю какие-то проценты за то, что пользуюсь его гаражом, там, его квартирой, его кроватью. Весь мусор у него пролил, повалил. Здесь где-то есть золотая бумага, ее слышно прям. Как-то куда залезть? По проводам? Ну, вон она. Ну, предмет на предмет. Как бы можно было бы, если было где. Ну, это, наверное, надо какую-нибудь лестницу купить или что-то типа того. Так, все, это последний. Это последний. Поехали. Поехали посмотрим на аукцион. Поехали посмотрим. Отмычки у нас есть. Купить бензин. Погнали. Надо просто хотя бы узнать, сможем ли мы там хотя бы что-то сделать. Если нет, то... То вам придется написать мне в комментариях, где мне взять денег. Потому что шастать по одним и тем же местам в поисках внезапно появившихся предметов я не вижу смысла. For sale by Action. Ну, мы в прошлый раз хотели, планировали потратить $600, а потратили 550.
Возможно, в этот раз мы планируем потратить 300, а потратим поменьше. Потратим поменьше из того, сколько у нас есть. Может быть, что-нибудь отсюда своруем сейчас, пока торгуем. А, кстати, почему нет? Кстати, почему и нет? Тут столько всего есть, мы сейчас все это себе быстренько соберем. Смотри, цветочки, мусор, это все наше. Здорово, пацаны, что тусим, что нормально? Что замечательно, что прикольно? А что нормально, что хорошо? А что, пацаны, у меня деньги есть, а у вас есть деньги, нет? А Мэри, деточка моя. Ибо кому-то подкатывает. Ха-ха, дядя Билл старый. Пипец, я скучал. Так, хорошо, это аукциончик, да? Или это не он? Спокойно, спокойно. Ага, новые полы, спокойно, спокойно. Так, это все не продается. Здесь ничего не мутится. Ничего не подбирается, ничего не поднимается. Здесь не проходится. Бляха, здесь нет чего-то такого, что можно спиздить и продать. Здесь нет этого, что за бред? Это какой-то засранный, просто загнанный район. Здесь должны валяться какие-то вещи, которые я могу себе забрать. Ну, 1620 это не деньги совершенно. Мы на них ничего не купим. Мы на них абсолютно вообще ни разу ничего не купим. На них просто тупо нечего купить. Все пацаны, наверное, при серьезных бабках. У всех пацанов есть чем платить. А у меня нечем платить, представляешь? Ну, блин, ну не знаю. Можно попробовать выиграть, конечно. Но опять-таки только попробуй. Давайте попробуем. Давайте. Можем мы сюда зайти? Что-то блокирует дверь. Знаю это что-то. Отсутствие денег блокирует дверь. Отсутствие того, что я это еще не купил. А так нормально. Ладно, поехали. Ладно, да, давайте. Это дядь Билл. Дай денег, пожалуйста. Давай. Текущая ставка 300. 350 пошла. Да, 450 пошла, хорошо. Маши деньги 1638, нормально. Магия, да, в каждом движении. А пусть торгуется, пока смысла в этом никакого нет. Но я поставлю, конечно, ладно, пожалуйста, 100. 1000 ставлю долларов за эту хуйню. Да, вон вор, кстати, стоит. Вон вор, кстати, стоит. 1200, так, мы уже проиграли. Там у вора аж скрутка пошла. Ставка по 200 увеличивается, охуели! Ну-ка, подожди-ка, я, возможно, даже куплю. Ты что делаешь-то, дурик? Я проебал деньги-то, все, проебал. Начать заново войти. Куда войти? Бляха, ну это невозможно. Получается, что это... Получается, что это невозможно. А как я могу это купить, если у меня денег нет? Я не могу это купить. Значит, придется возвращаться назад в свои сраные амбары, сараи, там, где я уже был, и попытаться долучивать то, что не долучил, не долутил. Ну, либо все. Либо это конец. У меня просто негде их взять, понимаешь, денег просто негде взять. Ладно. Давайте останемся тут. Пишите в комментариях, если кто-то знает, где нам быстренько поднять денежку, чтобы купить этот сраный дом. А если нет, это печально. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем три встречи, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.